как показывает практика, очень, ну, она актуальна очень в Николаеве. Очень много встречается на улице молодежи, да, это в основном касается, ну, проблема молодежи. Когда идешь по улице и встречаешь молодежь в неадекватном состоянии в каком-то, либо когда в открытую распивают, ну, спиртные напитки до такого состояния, что, ну, не могут здраво ни мыслить, ничего делать. Вот, то, ну, очень много людей обращаются за помощью и в различные клиники, и в наш центр тоже. Поэтому много звонков поступает. Ну, я бы сказал, актуально. Проблема наркотиков актуальна не только именно в Николаеве, а вообще по всему миру, потому что молодые люди считают, что вот таким образом они или же в своих компаниях пытаются как-то выделиться и стать, вот показать свою такую в подростковом возрасте, особенно вот эту вот крутость свою, что они вот на что-то способны. И мне кажется, что именно наркотики, легкая доступность, то, что наркотики можно легко приобрести, и это и есть большой такой проблемой, что вот именно они, почему они так популярны, потому что это легко доступные вещества, которые без особого, скажем так, усилия какого-то можно найти и приобрести. Человек, который проходит программу, он становится, ну, совсем другим, нормальным, адекватным, здравым человеком. И сейчас наши сотрудники взаимодействуют с многими организациями в нашем городе, причем это взаимодействие довольно-таки успешно. И знаете, когда некоторые люди говорят, что они в прошлом зависимы, все говорят, да ладно, ну, не, ну, мало людей, которые верят. Все зачастую думают, что, ну, это какая-то шутка там, или вот так относятся. На примере своего мужа он прошел полный курс реабилитации, и на данный момент он является сотрудником реабилитационного центра «Второе дыхание». Он прошел обучение, он консультант на данный момент по химической зависимости. В перспективе у нас есть немного карьерного роста в роли директора еще одного центра реабилитационного, ну, отделения, скажем так. И то есть даже вот сам реабилитационный центр, они дают возможности учиться и потом оставаться при центре и работать.